Для тела возьмем 30 грамм. Тело у нас белое. С пятнышками будет собачка. Итак, скатали шарик. Делаем вот такое небольшое углубление. Такая вот колбаска у нас получается. Это у нас будет с одной стороны голова, с другой стороны попка. Вот такая вот колбаска, такое тело. Вот такая собачка будет у нас. Итак, пока мы его поставим. По сантиметрам длина нашего тела. Не знаю даже, как вам померить. Высоту получается у нас 4 сантиметра, а в длину получается у нас, не знаю как, смотрите, 4,5. Вот так. Сделали 30 грамм. Так, теперь ножки. Тоже они у нас беленькие. Так, на каждую ножку берем по 4,5 грамма. Итак, катаем шарики. Как всегда, на каждую ножку по 4,5 грамма берем. Теперь мы взяли кружок, приложили пальчик и начинаем так вот выкатывать вот такую вот небольшую лапку. Абсолютно небольшую. Здесь с одной стороны подвернули для того, чтобы наша собачка смогла как бы лапку свою сюда поставить. Берем, разрезаем, делаем вот такие надрезики на нашей лапке. Теперь берем, пока просто прикладываем. Покажу я вам тут со всех сторон. Прикуплю сейчас немножко себе как мальчика. Смазываем все это дело клеем. Берем наш коричневый цвет и сделаем сейчас вот эти мелкие кольцики. Здесь сразу смажем платформочку такую. Мы туда пятнышки положим. Одно большое, три маленьких. Большое пятнышко. Да, это точно. Я стараюсь девчонок всех, кого даже, кого у меня еще нет, если вижу, что там где-то кто-то что-то меня отметил, стараюсь подписываться, чтобы потом видеть. Не всегда, правда. Получается все. Туплю периодически. Такое пятнышко. Еще у него здесь есть такие пятнышки. Тоже маленькие. Мы берем 23 грамма темных. Так, ну блин, где-то почти 50 на 50 должно быть. И 14 грамм светлый. Вот так вот. Вот, кстати, как раз кто-то, ну может быть уже нет, но я говорила, как найти твой канал. Расхваливала твой творожный кулич. Еще, правда, сама не попробовала, но на вид он мне уже капец понравился. Я как только разглядела, думаю, о, надо, надо, стопудово надо. Итак, делаем голову. Раскатали. Скатали шарик. Для темной берем 23 грамма. Еще раз раскатали. То есть, смотри, так как-то камеру сейчас выставила, не видно. Итак, раскатали мы шарик. Немножко его удлиняем. Здесь прибиваем. То есть мы нарушаем, делаем, вот это у нас будет линия глаз. Такая вот голова.
А что мне помогать-то? Что от меня требуется, говори, помогу, чем смогу, конечно же, всем. Я останусь. Итак, сделали нашу голову. По высоте она у меня 3,5. 1000, первая 1000, самая тяжелая. 3 по ширине. Итак, и белая мастика. Это у нас 14 грамм. По ширине это 3,5 на 2,5. Привет, привет, Оленька, зайчик, привет. Итак, сделали. Склеиваем. Клеим. Да, уже Светик, у тебя там уже 500, я видела, с чем-то, так что недолго уже, чуть-чуть. Первая 1000, она всегда самая тяжелая. Я помню, как я ждала свою первую 1000. Теперь вот уже, видишь, 10 000. Это вторая тяжелая цифра, 10 000. Итак, делаем. Нам нужно вот этот белый цвет соединить с нашей головой. Делаем мордашку нашей собачки. Она вот должна быть именно такой большой, пухленькой. Мы ее вот так вот все натягиваем. Туда вниз, видите, я вот так подтягиваю ее. Мастика белая у меня без СМС. Для того, чтобы было бы мне удобно делать все вот эти вот махинации. Так, смотрю. Теперь вот у нас вот такая вот мося сбоку получается. Сейчас кажется немножко все неправильно. Теперь нам нужно вот тут слегка подтянуть. Вывести такой большой. Мордашка получилась. Теперь нам нужно сделать следующее. Мы берем вот такой вот стех. Так что возьмем. Итак, на будущее себе делаем вот такую точку. Точка это у нас проходит по центру. Это как отправная точка для нашей мордашки. Теперь мы делаем вот такую штучку. И вот такую штучку мы делаем. Получается у нас вот такая мочка. Вот такая вот мочка. Да, я видела, там очень-очень много всего прикольного. Так, я написала, мне кажется, ты же не читала. Я написала, что спасибо, много прикольного. Мне казалось, я писала, может, я забыла нажать отправить. Мне такое часто бывает, знаете, девчонки, я думаю, да я же уже писала. Потом смотрю, я забыла отправить, нажать. Да никуда не записала, сидит там чем-то занимается. В компьютере роется. Вот, вот такая у нас получается моська. Вытягиваем немножко наш вверх. Да нет, нет, это она не за накрутки, это она за то, как выбрать победителя. Это я и неправильно поняла. Так, итак, смотрите. Вот такой вот носик делаем нашему холосненькому свободке. Смотрите, какой прям вообще. Вот такой прям сидит задумчиво. Правильно, зайчик, и не делай ничего. Гадость это, как некоторые понакручивают, потом их заблочат и все. Привет, привет, Анжелочка. Ну что ты там? Гостей своих проводила? Или еще гости дома? Берем вот такую, делаем небольшую колбаску. Делаем вот такой вот небольшой разделитель для наших глаз. И теперь мы с вами будем делать глазки. Делаем небольшие вот здесь отверстия для глаз. О, Гарик пришел. Привет, Гарик. Теперь вас будем ждать. Ой, надеемся, что мы все-таки скоро сдвинемся с мертвой точки. Сейчас видишь, Светулик, пока зайчик никак не получается. Сейчас занимаемся моей спиной, чтобы я такая была перевозная. Мобильная. Итак, вставляем глазки наши. Помним, чтобы наши глазки были такого размера, чтобы не вылазили из орбит. Они были у нас четенько по своему размерчику. А то ж я сейчас еще не мобильная версия. Но пока такая домашняя версия. Итак, делаем теперь наши собачки. Делаем такие веки. Их как бы две. Одна побольше. Одна поменьше. Они идут так наискосочек, так же, как собачка у нас эта, взгрустнувшая. Итак, берем небольшие. Привет, привет, Гарик, привет. Итак, смотрите. Сделали одну.
Вот такой у нас получается щеночек. Сержик в интернете что-то там шарится. Что у тебя со спинкой? Опять сидишь без вставания? Нет, нет, я не сижу сейчас без вставания, слава богу, но спина требует внимания, поэтому сейчас этим очень активно занимаюсь. Чтобы все у меня было хорошо, чтобы спина моя не болела, надо ее поддерживать в форме, поэтому сейчас активно занимаюсь своей спиной. И теперь нам нужно с вами нарисовать ему глазки, для этого нам нужна черная гелевая красочка. Блики. Блики у нас обязательно идут параллельно, помним, да? Ни в коем случае мы не делаем блики в разные стороны. Да, Света, вот тебе делать нечего, я тебе честно говорю. Тебе делать нечего. Дам тебе мокрой тряпкой по трусам. С добавками. Я пробовала, не покрасила. Так, хвостик. Делаем такой маленький хвостик. На хвостик нам надо 0,5 хвостик. Хвост. 0,53 грамма у меня, 0,5 можете. Такой маленький, по СММ. Мы вот, даже я когда покупала, очень красивые, но оттенки они дают не яркие. То есть это что-то такое бледно. Еще надо ввалить туда целую кучу этих, и все равно не красить, нифига. Лучше тонируйте. Жиры растворимые, хорошо красят шоколад, пожалуйста. Я думаю, даже и крем покрасят. А вот с мастикой нет. Вот хвостик. Так, вставляем шпажку. Даже вот так подальше у нас она сидит. Вставили. И теперь аккуратненько одеваем нашу голову. Даже, знаете, подальше одеваем. Жалочка, привет тебе. Добрый вечер, добрый вечер. Вот-вот-вот, сейчас чуть не сделаем. Итак, нам еще ошейник нужно сделать. Берем красную мастику. Делаем ему ошейничек. Я хочу вот этот офигенский творожный. Я его сразу присмотрела. Сразу думаю, вот это то, что я люблю. Прям я вообще обожаю творог, выпечку с творог, с творогом, творожные всякие штуки-брюки. И вообще все, что связано с творогом, я очень-очень люблю. Мне нравятся всякие вот слоечки с творогом, ушки всякие. Творожные. Вот такой делаем ему ошейничек. Еще забыла сделать вот эти бровки у него здесь такие. Перестояла, только, ну, вот это единственное, что может быть, потому что, ну, не должны были упасть, я говорю, что сколько у меня стояли, сколько я их делала в том году, просто даже, я не знаю, бесчисленное количество, просто у меня была тут ферма какая-то, я только о ней подумала, накорми ребенка досыта, и все-таки вышла, не-не, ты чего, у нас все окей, все сыты, не переживай, все накормленные, я сейчас лично контролирую все. Так, ой, красный, куда ты? Сижу, читаю, не смотрю. И теперь делаем длинные уши. Итак, на каждое ушко берем по 7 грамм. Итак, катаем такие длинные ушки. У меня это 5,5 сантиметров. И теперь мы их будем раскатывать. Они у них такие прям длинные. И наша няха уже почти готова. Так, еще длиннее. Еще. 7 сантиметров. А зачем там мука, да? Там есть лак. 7 сантиметров. Итак, даже, наверное, все-таки я сделаю подлиннее. Потому что прям еще длиннее. Итак, каждое ухо по длине 7,5. Самая широкая часть у меня 3.
будет, да, завтра будем петушка делать. У нас будет петушок, и мы хотели сделать еще котеночка к данным всем нашим этим. У нас будет прям такой мини-зверинец. Все вот небольшие фигурки. И этот сейчас я тоже скажу, сколько он у нас потянул по весу. Наша собачка по весу вышла всего 104 грамма. То есть обычно вы кричите, ругаете меня, что фигурки большие. Вот 104 грамма, очень маленькая. И по сантиметрам сейчас скажу, она тут тоже прям микробик. 7 сантиметров всего.